Погромче музыка, играй победу. Мы победили, и враг бежит, 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 как за царя. И веру мы грянем громкое. Ура, 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 как за царя. И веру мы громко грянем троекратное. Ура, ура! Я не знаю, зачем. И кому это нужно? Кто послал их на смерть, не дрожащей рукой? Только так бесполезно, так зло и не нужно. Опускали их в вечный покой. Равнодушные зрители молча кутались в шубы, и какая-то женщина с искаженным лицом целовала покойника в посиневшие губы и швырнула в священника обручальным кольцом. Забросали их елками, закидали их грязью и пошли по домам под шумок толковать, что пора положить уже конец безобразию, что и так уже скоро мы все начнем голодать. И никто не додумался просто встать на колени и сказать этим мальчикам, что в бездарной стране даже светлые подвиги — это только ступени в бесконечные пропасти к недоступной весне. Я не знаю, зачем и кому это нужно, кто послал их на смерть не дрожащей рукой. Только так бесполезно, так зло и не нужно. Опустили их в вечный покой. Дивизион в небо, как в копеечку попадает.